люди 19 октября. Так называли этих молодых людей, ставших первыми выпускниками Царско-Сельского лицея. Я так не играю! Но сейчас, к обороге школы, они все еще мальчишки. Шумные. Пушкин, вы? И молчаливые. А вас там ждут. Спасибо. Шутка. Быстрые и медлительные. Замкнутые и озорные. Мечтающие о славе и пробующие свои силы в творчестве. Я редко пел, но весело, друзья. Моя душа свободно оживлялась. О, царский сад, тебя ли забуду я? Твоей душой волшебно оживлялась. Проказница, фантазия моя. И со струной струна перекликалась. Согласный звон, сливаясь под рукой. И вы, друзья, друзья, и вы, друзья. Талант, любимый мой!